Всем привет, всем привет, с вами Шмыгов, на канале Шмыги. Сегодня поиграем в игру под названием Хаймрик. Точнее, продолжим играть в игру под названием Хаймрик. Насколько я помню, мы убили... Мы убили первого босса. Да. Так, и... Да, мы ее, по-моему, Лену зовут, да? Ах ты, безмозглый жалкий болван! Я знала, что ты какой-то чудной, еще когда согласилась дать тебе свой подвал. Переписчик, книг в городе, где вообще никто не читает. Но такого даже я не могла представить, ты убил воина слов. Он первый начал. Когда о смерти Мурдока узнает, король Удольф назначит награду за голову убийцы. Солдаты перевернут город вверх дном, надо замести следы, а то попадем на виселицу. Смотри, сколько тел мне придется убрать. Убирайся проще, я больше не хочу тебя видеть. Эта книга несет одни беды, может быть, маме что-нибудь посоветует. Ай! Вот это было приключение, надо рассказать маме. Здорово, братан, ты ничего не видел? Хаймрик! Кого это ты оставил в подвале? Собственно, это Пантера Лео из класса Мельбликай, отряд хищники. И ты выпустил эту тварь в таверне? Я не нарочно. И избавишься от этой бестии. А не то. Избавлюсь? Я избавлюсь от руки, если сунусь туда. Спрошу совета у мамы. Йоу. Может, герой Синиц согласится взять у меня одно из ведер? Может быть. О. Рада видеть тебя дома, сынок. Ты закончил работу? Нет, но мне нужна помощь, мам. Я выпустил кровожадного зверя, и он теперь в подвале у Елены. Ах, дорогой, это очень плохо. И что там за зверь? Это Пантера Лео, класс млекопрекающий, отряд хищников, да. Другими словами, это львица. Вот что надо сделать. Найти прочную клетку из шерийского дерева, кованый железный ошейник и сонный отвар. Такой сильный, что по словам около жить. Только так можно укротить львицу. Пойду раздобуду все необходимое, пока Елена меня не убила. И не забывай, что надо делать добро людям. Даже когда это трудно, потому что в такие моменты это важнее всего. Что? Ты о чем это, мам? Делай добро, слушай людей и учи других поступать так же. В словах есть сила, а сила слов может изменить мир. Хорошо, мама, до встречи. Нужно найти нужные предметы. Хорошо. Пойдем к себе в домину. Может быть, здесь что-нибудь да и найдется, нет? Вряд ли, да? Это печально. Это очень печально, потому что я не хочу спускаться. Здорово, ты маг? Хочешь любовное зелье? Оно поможет найти истинную любовь. Врешь, в этот раз не сработало. Чтобы магия зелья сработала, важно совершенно точно выполнять все инструкции. Вот эти. 1-2 капли смешать с ледяной водой комнатной температуры. Пить надо с противоположного конца чашки. А, ясно. Ну, может, в следующий раз. А и расскажи друзьям. Здорово. Раньше девушки не заправляли таравернами. Мы хотели быть бойцами, как королева Мариам. Лучший королевский воин слов. Есть еще один воин слов. Я думал, их было всего 4. Теперь уже 3, верно? Солдат, Алжирон, мудрец Витер и самый жуткий из них змей, наемный убийца и воин слов. А что стало с королевой Марием? Умерла принц Леофрик, все, что от нее осталось. Короче, бабка, дай мне клетку. О! Тихо, клетка есть, клетка есть. О, йоу, я, камон. Здорово, брателло. Эй, здравствуйте, юноши. Тебя интересует животный или корм для них? Мне нужна очень прочная клетка из шерийского дерева, чтобы удержала льва. Какая необычная просьба. Не переживай, мои покупатели всегда получают то, что ищут. Через 2 недели клетка будет готова. Но она нужна сейчас. Торопишься, значит. Для львиной клетки нужно привезти древесину из заморских краев. А на это требуется время. Шибом сказал, что слова имеют силу. Что же еще может эта книга? Так, мы с вами сейчас отправляемся опять в путешествие, видимо, да, за... За деревом, да? Ну, давай попробуем. Для путешествия требовался меч, чтобы без опаски плыть в лодке, даже если в ней воины. Приходилось спешить, ветра революции наполняли паруса. Да тихо, тихо ты. Ой,
Не надо. Я понял, что... неся бурю в город. А так, прежде всего, надо было преодолеть опасный... я понял, надо лодку взять. А тут... бульк. Ветра ревали, наполняли паруса. Паруса. Ветра. Неся бурю в город. Однако, прежде всего, надо было преодолеть опасный бескрайний океан. А где моя лодка-то? Алло. Ну, блин, ну это нечестно, ребят. Опять мне надо за лодкой идти и... Так, и паруса, 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 парусяцкие, да? Ну не, почему? Я же все вроде... Не себя бурю в горе, может быть... О! Ну что за бред? Ну, ребят, ну это неинтересно так играть. Ну зачем вы так делаете? Я не еще понимаю, почему еще на F это говнище, ну ладно. Ай. Ну пропустили разочки. Что ж теперь? Так, ветра вначале. Я не понял, почему он не запрыгнул на лодку. Я, в принципе, все нажимал, и в принципе все было нормально. Нормально, пока. Да, пока да. Пока да, пока да. Пока да. Все нормально. Тихо. Ну а куда вот он делал? А, ветра я сделал, я дурак. Я сделал ветра, а не я паруса думал. А я... Не, ну ты понял, да, короче? Типа, ну а как так? Ну а вот так вот, да, как? Надо спустить, значит, лодку на море. На море. На океан, да? Йоу. В конечной точке на берегу я обнаружил сломанный арбалет. Поблизости выводились редкие звери от безобидных маленьких крыс до огромных змей, пожиравших их, и крокодилов с острыми, как пилы. А я не могу стрелять же, да? А, я могу бить. Ой, нихуя. Да ну. Не знаю, как это сделать. Тихо. Конечно, на берегу нужен сломанный арбалет. Заводились редкие звери, от безобидных маленьких крыс. Но... Подожди, а может быть... А как я эту змею-то убью? Подожди, редкие звери. Может быть, звери редкие водились, нет, безобидных маленьких крыс. Крысы, может, он может на крыс. Ой, я могу крысу кидать? Или нет? О, не, а что надо делать? Я не понимаю, подожди. Обнаружил сломанный арбалет, поблизости водились редкие звери от безобидных маленьких крыс и огромных опасных змей, пожиравших их крокодил с острыми.
Конечно, точка на берегу сломанный арбалет. Арбалет мне ничего не дает. Водил редкий зверь, это безобидных маленьких крыс. Мы берем крысу, хорошо. Ёп твою налево. Змей. Ой, ёп твою мать. Страшно-то как. Я забыл, что буковка R с острыми, как пилы, зубами. Нет, пилы, нет. Оставалось найти дерево и П, чтобы запастись сырьем и уносить ноги. Не понимаю. Зубы острыми. Пилы. А почему пилы не берет? А, берет. Я лошара. Да, долго. Тихо. Мне дерево не надо забирать, ничего не надо забирать. Сырьем и уносить ноги. Сырьем, может быть, надо, да? Нет, не надо, ну ладно. Ну, типа, да, вот так, да, нормально, нормально, нормально. А, это все, что ли? Я думал, мы еще будем смотреть, как он будет делать это говнище. Так, что нам нужно еще найти? Здорово, ты кто? Ты слышал вон слов? Мурдок побеждал, мы на пороге революции, друг мой. А, во, кузнец. Здорово. Привет, Хаймлик, когда ты уже научишься владеть мечом? Этим утром? Но мне нужно кое-что другое. Вы можете сделать кованный железный ошейник? Прости, малыш, у меня нет железа. Если найдешь какой-нибудь металлолом, я тебе помогу. Я могу забрать меч у прошлых людей в книге. Парень, иди проветрись, а дым у тебя разом помутился. Я сейчас вернусь. Эй, ты куда? Ну что ж, вызываем опять и идем на... Вы получили всевозможную взрывчатку и инструменты вроде кирки. Но помимо факела у вас был лишь один запал. Вы оказались... у входа перед огромным булыжником. Так, его надо разбить, да, наверное. Берем взрывчатку. Один запал. Факелах. Факелох. Да ёб твою мать. Ну это нечестно. Это нечестно. Это очень нечестно. Это прям, это очень сильно. Да, с взрывчаткой, помните, мы на прошлой серии уже это... То есть, если я вот отсюда кину, нормально будет? Ненормально. То есть, ну ты понял, да? Это насколько он там кидается? На две клетки, типа, да, наверное? На две клетки, наверное. Да. Я совершенно забыл про букву R, которая кидает предметы. И это как бы, ну, грустненько, на самом деле. Да. На двери, ну, насколько он там слов кидает? Давай попробуем отсюда, перекрытого, вот так вот, да? Хорош. А кирку? А кирку ты не забыл? Кирку ты не забыл, а? Молодой человек, кирку-то не забыл кирочку взять? Хорош. Кирка уже хорошо, ее можно отбиваться от всяких там, я не знаю, если кто будет нападать. Огромным булыжником. Внутри... Ой, ёб твою мать! Были гоблины, которые добывали руду для своих нужд. Его можно пикать? Ну тихо, тихо, тихо. Да свидули, гоблин. Добывали руду для своих нужд. Внутри обнаружилась вода и несколько белых. Но для чего? Затем вы увидели факел, а рядом смолу, а еще злющего гоблина, сторожившего взрывчатку. Мне нужно вначале, вначале вот так вот сделать, короче, смола. В смысле?
Ой, не то. Ой. В смысле? А чё за бред? Подожди. А, ведро, смолу. Ведро. Смола. Да. Факел. А нет. Сюка, подожди. На, все, я понял, ведро. Ведро быстро сюда. Быстро ведро сюда, значит, смолу. Кидаем туды. А, тихо. Так. Сейчас он сейчас он, короче, это. Похоже, это полную руду. А почему я-то умер? Что за бред, а? Мне нужно было отойти, типа, в безопасное местечко или что? Или нельзя, чтобы он, типа, или что? Он взорвется, меня затронет или не затронет, а? Ну-ка, вопрос. Твою мать. И что делать? А, ведро. Ведро. А, смало. Кидамбо. Так, хорошо. Ведро. Вода. А, может, слушай, а может его надо поджечь, а потом это? Да, давай-ка мы его подожжем и успеть должны, короче, его это, затушить. Я понял. Или не понял, не знаю. Собака, тварь. В смысле, а почему ты вылез-то уже, а? Ты почему вылез уже? Так, мне нужно ведро и смола. Смола. Кидамба. Факеламба. Быстрее! Ну ёптель, ну я немного не успел. Ну вроде так нужно. Давай, ну попробуем, я не знаю. Если получится, то получится. Если не получится, то, соответственно, не получится. Надо просто быстро все делать, короче. А я если кину в него, нормально будет? А, да! Быстрее! Быстрее! Да ёб твою мать, быстрее, говорю! Ну, сука, не беси. Так, я не успеваю, значит надо что делать? Надо, значит, факел кидать прям перед входом, короче, да? Так, смола. Кидамба. Забирамба. Кидамба. Собака, тварь. Собака, тварь. Собака, тварь, еще раз тебе говорю. Ты кто? Ты собака, тварь. Давай быстрее. Здесь shift, shift, shift. Shift, быстрее.
Хорош. Хорош. Я молодец, я красавчик и прям да, 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 да. Отлично. Теперь поговорить с Еленой, понял? Ты слышал, герой Синизы убил Мурдока. Больше мне не придется бесплатно кормить солдат фруктами. А ты кто? Герой Синизы не спасет вас от цинги. Свежие фрукты, кому свежие фрукты? Ладно, там еще один персонаж, давай его тоже почитаем. Нынешняя молодежь бредит революции. В мое время мы не убивали воинов, что мне и корм для мулы вполне подходит. Здорово. Воины слов убили, да? Чепуха. Полагаешь? Воины слов теперь ничего. Раньше они отрещивали заново конечности, летали на драгонах, призвали белых медведей. Бедный старик сам не знает, что несет. О, а ты кто такая? Не знаю, правда ли говорят о герое Синизы, но у людей снова появилась надежда. Возможно, это и есть чудо. Хай, Эмрик, дружище, ты уже знаешь? Мурдока убили! А может, это была случайность? Ужасная случайность, которую лучше забыть. Это была не случайность. Тот, кто победил воина слов, обладает громадной силой. Люди называют его героем Синизы. Синизы или Синизы? Синизы. Ты пойми, наконец-то пришло время революции. А время жечь! Королевские налоги совсем меня разорили. Так ему и надо, этому воину слов Мурдоку. А если герой Синизы и впрямь так могуч, может он сотворит еще одно чудо и заставит Балдвина работать? Приказ никого не пускать. Хорошо. Возвращаемся обратно в таверну и поговорим с Еленкой. Еленкой. И посмотрим, к чему это приведет дальше. Ты все надрываешься, да? Ой-ой-ой-ой, здорово. Ты пришел забрать кошку-убийцу? Прости, Елена, я тебя подвел. Мне только одного не хватает зелья, достаточно сильного, чтобы усыпить двухтонного слона. Прости меня. Ты протоник-двухтонник? У меня есть бутылка на верхней полке. А люди такое пьют? Ну, конечно, теперь его нет. Разумеется, именно. Разумеется, именно ты уничтожил последнее, что могло избавить мой подвал от хищного зверя. Не могло же совсем ничего не остаться. Я что, непонятно выразилась? Не осталось ни одной бутылки, только рецепт. Делай с ним, что хочешь. Рецепт, ура, у меня есть идея. Так, рецептик. Значит, будем создавать рецептик, да? Повести Хемлик точил косу. Он знал, что вскоре семена прорастут в плодородной почве и... будут ждать дождя. Ускорить их рост позволял ли удобрение, ли ядовитые грибы. Следовало быть бдительным, чтобы восходца не сжигался раньше. Эй, ушел на. Так, ядовитые грибы позволяли удобрение, или ядовитые грибы. Так. По весне Хаймлин начал косу, за что вскоре семена прорастут. Вот, давай, семена. Ну, скорее всего, да? О! Так. И будут ждать дождя, дождь. Условия позволяют удобрения и или ядовитые грибы. Ой. Да еб твою мать. Так. Или ядовитые грибы? Может быть, то и то надо сделать, туда засунуть, да? Непонятно, короче. Ладно, окей. Так, ну нам нужно стопудово косу будет взять. А, ну они уже все, да? Коса, скорее всего, для этих, для саранчи, наверное, да? Чтобы ее там чпок-чпок сделать ей немножко, да? Хорош! А, все, что ли? Не понял. Подожди, косой можно саранчу трахнуть или нет? Ну, в смысле, ну ты понял. Пойдем попробуем.
А, ну-ка, пойдем попробуем. А, типа... А, слушай, может быть... Нет, саранчу не убить. Косой. Значит, надо что-то по-другому делать. Надо семена делать. Семена делать. В почву. В почву, я сказал. Сюка. В почву. Дождяра. А, слушай, а если ядовитые грибы сделать? Я же в начале удобрения. А давай ядовитые грибы и кинем это говнище. Вот, видишь, другой цвет. Все, 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 все. Ну, все просто, все это все. На раз, два, просто щелкаю как орешки. Как орешки или семечки, или... Или что там еще? Мы теперь должны просто выкинуть это говно. Вот так вот. Оп, на. На-на. Да, все, отлично. Теперь нужно сделать что? Теперь надо сделать семена. Теперь надо семена в почву. Потом удобрение. Удобрение. Удобряшечку. Удобряшечку, да? Дождь у нас уже идет. Это хорошо. Это отлично. Удобряшечку. Саранча вся вымерла. Просто на ходу. На ходу. Отличные наши плоды. Коса пошла. Пошла коса. Дошла коса на камень. И идет война на память. Алле. 7Б такая была группа. И была у них такая... Подожди. Ага. И была у них такая песня, насколько я помню. Раз викинги рядом, надо было торопиться. Опа, ёб твою мать. Коса была наготове, урожай созрел, но зерно следовало залить водой. Зерно нет, залить нет, водой нет, перенесён из прудов. После этого измельче... подожди, блин. Измельчать в дробилке, я понял. Подогреть полученное в печи и снова удалить воды. Фига ты быстрый, слышь? Его нельзя ударить, да? Его нельзя ударить, я понял. Короче, это все нужно делать быстро, без косы. Коса нах не нужна. Урожай. После этого измельчаю дробилки, подогреть полученное в печи. Полученное в печи. Воды. Измельчить и, наконец, сварить из этого брагу на хмеле. Все это требовалось сделать быстро, пока здешние викинги не... Я что-то не так сделал? Ой, ёб твою мать! А? Нет. Сварить из этого на хмеле. И, наконец, измельчить повторно. А мне не перепрыгнуть, да, через него? А, да-да-да, все, вот так. А как тут успеть-то? Как я успею-то? Ну давай быстрее. Снова долить воды. А я не успеваю. Ну, пожалуйста. А! Ну, пожалуйста. Я не успеваю, братаны. Братаны, не успеваю. Не успеваю. Надо прыжком все время перемещаться. Йоу-йоу, ха-ха-ха-ха. Так, быстрее. Ну, быстрее, пожалуйста. Повторно измельчить. Да блин! Не про... Ну, хорош. Ну, хватит. Ну, сделай, пожалуйста, все по красоте, а? Ты меня бесишь. Ты иногда очень долго, короче. Или я долгий, не могу на кнопки сжать. Да.
Да блин! Ну блин, а как тут успеть-то? И наконец, так из смещения, наконец сварить из этого брагу на хмели. Все это требовалось. И все это требовалось сделать быстро, пока здешние не напали. Оу, я. Вот так вот, ребятки. А вы как думали? Это же все-таки Шмейга, все-таки он-то как бы, ну, может. Отлично, есть зелье. Все есть. Теперь я могу идти и кошечку. Да. Кошечку немножко. Немножко это самое, да? Такая. Ням-ням. 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 Внимательно слушаю. Внимательно слушамбу. Лица доедала добычу, и Хаймлик смог подсунуть тоник двух тоников и супить. Она мирно дремала в своей клетке из шерийского дерева, когда Хаймлик застегнул на ней ошейник. Львица не по нутру рабства, и стряхнув сонливость, львица рванулась вперед и отхватила Хаймрику руку. Боль пронзила Хаймрика, он отчаянно пожелал, чтобы она утихла, и его рука восстановилась. Что за тайну скрывали эти страницы? Открыв книгу, он пожелал, чтобы свирепая зверюка оказалась внутри нее. В тот же миг шерейское дерево треснуло, и львица исчезла во вспышке света. Да. Вот такие вот делища. Ребят, на этом заканчиваю вторую серию по Хаймрику. Если понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Шмыга, всем счастливо, всем пока.